Этот мольберт имеет высокую подвижную мачту. Очень большой длины. То есть совершенно спокойно можно двухметровый холст размещать. Мы получаем максимальную длину, опирая холст на нижнюю полку и перемещая верхний зажим в крайнее положение. Для более компактных работ мачта сдвигается на место. Устанавливаем верхний зажим, и тогда можем переводить положение мольберта в нужное нам, на нужную нам высоту. Четыре винта фиксируют его под наклоном по продольной оси. Для работы сидя вы устанавливаете нижнюю полку и затем определяете, на какую высоту вы хотите поставить, какого размера вы хотите закрепить холст. Если это маленький холст, то опора идет на нижнюю полку и верхний кронштейн. Если это большой холст, то верхний кронштейн снимается. Используется дополнительный. Также наклон регулируется за счет задних стоек, которые также можно зафиксировать или ослабить для опрокидывания всей конструкции. Это довольно универсальный и не очень тяжелый мольберт с оригинальной конструкцией, которая позволяет изменять и наклоны, положение, но тоже обладает некоторой вибрацией, поэтому для больших тяжелых работ, наверное, надо выбирать все-таки более массивные и серьезные конструкции. Ослабив 4 винта, мольберт легко перевести в горизонтальное положение и даже дать ему обратный наклон. Такие качества важны, когда вы делаете заливки в акриле, гуаши или акварели. Зафиксировав его, он становится практически устойчивым, хорошим столом, в котором можно работать. При необходимости на бортик нижней полки можно установить дополнительную палитру. И для работы сидя получается хорошее рабочее место.